вечерний Баку, просто весь в огнях, здания переливаются. Да. Очень красиво. И я сейчас еду в аэропорт и буду с Баку перелетать в Москву. А сюда я прилетела из Дубая. Вот такая жизнь лягушки-путешественницы Ивановой-Ларисы. Вот, а по пути вот снимаю, веду свой видеоблог. И у меня в плейлистах очень много стран, городов, где я путешествую. Вот, если кто-то считает, что сетевиков жизнь плохая, то, ребята, вы очень ошибаетесь, потому что я уже практически каждый месяц путешествую. Вот, и мне это, для меня это бесплатно. И плюс я еще всегда привожу много-много разных подарков и для своих близких, и для себя любимой. Вот, и, конечно, это свобода, это радость, это яркая, интересная жизнь, впечатление, развитие. Потому что каждый раз вижу что-то новое. Узнаю менталитет людей, живущих в той или иной стране. Вот, и путешествую хоть по странам СНГ, хоть по Европе, хоть по более дальним, жарким странам, где я только уже не была. Друзья, смотрите в плейлистах на моем канале. Там подписаны видео по странам, а еще большой архив, который я еще даже не успела загрузить. Ну и, друзья, до новых встреч. Скоро буду в Баку, в аэропорту. Пока-пока. С вами была Иванова Лариса.